Привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз зашел ко мне на канал. Я вас всех очень рада видеть, а я такая радостная. И сегодня у меня на канале будет у меня видео, очень такое маленькое, интересненькое, но коротенькое. Петь, на самом деле, я вообще не умею, хотя я очень люблю. Ну, муж говорит, что можно повеситься от моего пения, только вы самое главное. Не отписывайтесь от моего канала, больше петь я не буду. Сегодня у меня такой, знаете, little видео на ютубе, в котором я хотела бы вам задать такой маленький вопросик. Вы видите, что я трогаю? Да-да-да, я трогаю и переворачиваю, она такая, ух, здоровая. Посылочка, которая мне сегодня пришла, у меня в инстаграме уже была такая небольшая, небольшой такой пост, в котором я вам показала и рассказала о том, что вот сегодня мне пришла замечательная посылочка, и я пошла радоваться. Все, больше не пою. Ну так вот, перед тем, как я буду вам показывать, что же я такое купила, я решила сделать такое, знаете, маленькое видео, вступительное видео, в котором я хотела бы задать вам вопрос. Если вы смотрите мой канал и слушаете меня, хотя... или хотя бы подписан на инстаграм, или может быть там ВКонтакте. В общем, что я хотела бы у вас спросить. Задаю вопрос. Как вы думаете? Я уже говорила о том, что мой самый любимый производитель это Dimensions, но у меня собирается появиться еще один. Появляется еще один любимый производитель. Вот, сразу могу сказать, Dimensions я не покупала. Это точно. Как вы думаете, какой наборчик я приобрела? Какой наборчик мне бы очень сильно хотелось купить? И это будет маленькое такое вступительное видео. Пожалуйста, напишите комментарии. Как вы думаете, что бы я такого решила купить? Действительно, я очень сильно хотела приобрести эту работу. Может быть, конечно, кто-то и не сможет угадать. Может быть, кто-то предположит, но что-то не то. Но я вам могу сказать, что я сегодня купила, вернее, получила свой заказ с этим набором, который мне очень сильно хотелось когда-то купить, но я его не покупала, потому что его не было в магазине «Мир вышивки». И сейчас я наконец-то его купила. Я на седьмом небе от счастья, а может быть даже на восьмом, потому что я купила этот набор, он у меня теперь есть, и плюс я еще купила очень много всякой такой ерунды, короче, в общем, Лена отоварилась так кардинально. И, кстати, в конце августа я говорила вам о том, не вам, вернее, о том, говорила подружке, нет, на ютубе я, по-моему, не говорила, говорила подружке, что все, я больше ничего покупать не буду, соврала, наврала. Больше так не буду, прям по губам себя бью. Ну так вот, это маленькое видео, в котором я хочу вам сказать, что я купила мега-классный набор, который я уже покажу чуть-чуть попозже. Обязательно пишите комментарии, я прочту. Пишите комментарии здесь, пишите комментарии в инстаграме, ВКонтакте, где хотите, пишите. Это маленькая такая ноточка, животрепещущая, потому что скоро я вам покажу видеообзор покупочек на ютубе. Всех покупочек из магазина «Мир вышивки». Магазину «Мир вышивки» огромное спасибо. Все, мои дорогие, всех целую, всех люблю. Пошла я, короче, радоваться. Делайте все, как обычно. Подпишитесь, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья и ждите мои видео. Девочки, я прям безумно рада. Я в куче прям сижу положительных эмоций. Не какашек, положительных эмоций. Все, мои зайчики любимые, я вас целую. До встречи в видео. И... в таком радостном для меня видео о моих покупочках на ютубе, блин, в мире вышивки. Все, мои дорогие, увидимся в других видео чуть-чуть попозже.